Всем привет! Мы сегодня прогуляемся по одной из самых знаменитых улиц Москвы. Это Никольская. Приезжая в Москву, каждый стремится посетить ее и обязательно поставить галочку «Я здесь был». Заметно прежде всего тем, что начинается с Красной площади и доходит до Лубянской площади. Да не просто. Какая же она красивая. Я специально не ставила музыку для того, чтобы вы смогли послушать эту улицу. А жители Москвы и гости приходят сюда, чтобы показать себя и на других посмотреть. Даже если слух и голос ты оставил дома, ничего страшного. Присоединяйся к чему-нибудь, к фан-клубу. Тоже хорошо. Вот и три звезда. Теперь уже на тебя смотрят, как на звезду. Особую популярность улица приобрела после 2020 года чемпионата мира по футболу. Ну вот и мы пришли на Лубянскую площадь. Спасибо, что были со мной. Присоединяйтесь, подписывайтесь. А следующее видео я тоже покажу про Никольскую улицу, но с маленьким секретом. Пока-пока.